3 сентября мы будем отмечать 75 лет со дня окончания Второй мировой войны. Накануне этой памятной даты Ханты-Мансийск присоединился к акции «Свет мира. Борьба за победу». Красный, белый и желтый. Этими цветами муаровой ленты, медали за победу над Японией, подсвечен мемориал славы Парка Победы. Весной этого года глава государства Владимир Путин подписал закон об учреждении Дня воинской славы России 3 сентября, день окончания Второй мировой войны. Нам необходимо помнить о решающей роли нашей страны в уничтожении не только германского нацизма, но и японского милитаризма, о великом подвиге нашего народа в освобождении не только Европы, но и Дальнего Востока.